Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читиген» в поисках молодых и талантливых. Но соискателям актерской работы мало иметь настрой и желание воплощать на сцене классические современные произведения. Нужно знать хакасский язык, обладать харизмой. Репертуар театра разнообразен, поэтому определенную роль даже для начинающего артиста, режиссера театра смогут подобрать, опираясь на представленный характер в кастинговых пробах. Сейчас мы, да, отправили двух девочек наших учиться в Санкт-Петербург в Академию театральную. Но они приедут только через 3 года. И как бы в данный момент театр нуждается в молодых перспективных кадрах. Будем рассматривать, будем, наверное, отправлять заочно учиться как бы по месяцу, да, ну, 4 года. Но они уже будут, как бы, будут уже заняты в репертуаре театра. Качество, конечно, это, во-первых, харизма, да, какой-то харизма, талант определенный, и главное, чтобы не боялись сцены, как бы открытость и, ну, основные такие характеристики, чтобы было желание. Ну и знание языка. Участники кастинга презентуют себя в национальном фольклоре и тахпахах в виде стихотворного творчества и песенной культуры. В традиционной форме тахпах сопровождается аккомпанементом струнного инструмента хамыса или четхана. Сначала я хочу рассказать про спор между медведем и бурундуком. Откуда у бурундука 5 царапин на спине. Потом я расскажу произведение «Кэккенек», то есть «Два инвалида». И тахпах, там, это тахпах моей бабушки, это тоже отрывок. Получается, «Кэккенек» я отрывок возьму, и тахпах я тоже отрывок возьму. Это отрывок из тахпаха моей бабушки, она сама написала. Финальный этап отбора новых артистов пройдет 2 февраля. Тогда определятся победители театральных смотрин. Константин Аникин, Зураб Кабахидзе, Новости.